видео про подставку под емкость кубовую для огорода, дачи, сада, даже для дома. Вода теплая для полива огорода и так далее. Даже можно использовать такие. Она состоит, смотрите, верхняя часть, нижняя часть цельносварная, потом идет передняя часть сварная с рамкой под дверь и задняя часть тоже цельносварная. Все это дело соединяется с помощью зигзаобразных таких усилителей с двух сторон и собирается виндайка М8 с шайбами. Также дополнительно раскрепляется вот по углам, где здесь выступающие части вставляются в трубу самореза 5,5 на 25. Ничего сложного. Сборка занимает буквально 20-30 минут. Даже любой человек не подготовлен. Главный инструмент битуна 8 крестообразный. Отвертка крестообразная и ключ на 13. Все. Такая вот конструкция. Нюанс. В основном рекомендую, конечно же, устанавливать. Она предназначена на бетонное основание. Для этого нужно залить подушку, если вы отдельно. То есть в габаритах это 1,05 на 1,25 м. То есть вам нужно залить подушку 1,10 м на 1,30 м. И закрепление происходит с помощью анкеров М10. Вот здесь отверстие, видите, 1, 2, 3, 4. На 4 отверстия, на 4 анкера. Такая получилась жесткая, надежная конструкция, мощная, капитальная. Она изготовлена из оцинкованной трубы. Плюс полимерно-порошковая покраска. Качественно, как обычно, как и теплица на высшем уровне. Так что заказывайте. Можно сделать летний душ, можно сделать сарай. Да вообще можно что угодно, обшить чем угодно и так далее. Здесь вот сверху ставится емкость. Сейчас у нас ее купили, должны привезти. Мы еще поставим, наберем воды. Так что пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Палец кверху, подписывайтесь на нас. Добрый день. Много спрашивают про подставки для емкостей для сада, для луча. В общем, чтобы подставка была мощная, надежная, капитальная для емкости кубовой. Вот это основание. Она, значит, шириной 1250, глубиной 1050 на 1250, высота 2 метра. В комплекте по умолчанию дверь идет. Вот такая она разборная. То есть низ вверх, боковушки усиливающие и сами стены. Плюс дверь. Фурнитуру спрашивают даже, идет, не идет. Смотрите, мы ложим. Потому что устанавливается хоть как на бетонное основание. Там могут быть или 100 на 100, или 100 на 120. Вот такие мощные ампера. Потом идет ручка-замок. Обязательно наша фирменная. Видите? Болт и винт-болт. Потому что мы не знаем, чем вы будете обшивать. Чтобы был потай. Также через шайбы. Вот такие шайбы мощные М8. Все это ставится. Две петли на дверь. Крючок для двери. И сам порошок также. Смотрите, порошок, если где-то повреждение, вы можете его разбавить в любом растворителе и рацетоне, и подкрасить поврежденные места при транспортировке, при монтаже и так далее. Все есть. Потом, значит, вот это вот 5,5-19, это крепить петли, замочек другие, гайки М6, шайбочки и вот такие 25. Это чтобы нижняя часть, которая вот с такими выступающими трубочками, и на нее надевается. И прикручивать для более устойчивости через металл. То есть покажу, вот видите, приварены выступающие, на него одевается стена, и вы через стену изнутри прикручиваете саморез по две штуки по месту. Вот вроде бы все, небольшое такое видео. Так что на них смотрите, обращаю внимание, что сейчас на них очередь практически 10 дней, ну 5-7-8 дней в зависимости от производства.